за области бизнеса. Конфликт в Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию – мирным урегулированием по существующей линии фронта, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу ТВ «Информер». «За каждую деревню и за каждый город будет борьба, которая продлится лет 10», – сказал он. Вучич отметил, что психологическое преимущество вооруженных сил России на поле боя в настоящий момент намного сильнее. По его словам, Россия сейчас как никогда сильна. У нее профессиональная армия и мощная военная промышленность. У России были проблемы с экономикой, и, конечно, ожидалось, что российская экономика потонет, но они использовали свои ресурсы для развития своей военной и специализированной промышленности. Сейчас было бы страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что тот, кто ее недооценивал, как мы знаем из истории, плохо закончил. Европа не сможет выдержать. А в Америке это не главная тема. Они больше заняты миграцией, экономическими и медицинскими проблемами. А вопрос Украины лишь на 9-м или 10-м месте. Но я верю, что по мере приближения американских выборов этот вопрос будет ускоряться. Поскольку Трамп ориентирован на бизнес, он постарается найти решение. Вучич отметил, что положить конец конфликту в Украине не удастся, пока Запад считает, что поражение России – это единственный способ достижения мира. Президент Сербии подчеркнул, что пока очевидного конца конфликта не видно, но он наступит. В конце концов наступит мир. Запишите это. «Я впервые говорю об этом публично, на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», – подчеркнул он.